Работа для добрых сердца. Специалисты Тольяттинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья провели областной семинар «Палитра слайдов». Он направлен на выявление новых методик помощи детям, испытывающих трудности с передвижением и самообслуживанием. Подробности у Дмитрия Лобанова. Здесь дети с особенными потребностями получают возможности стать активной частью общества. В этом им помогают опытные педагоги и воспитатели. Все 16 лет работы центра «Виктория». Главное кредо – неравнодушие. С детьми-инвалидами никто не может работать, человек, который был бы, без какой-то части души, которая определяет состояние, человек, отдающий все. То есть дети, они радостные, они радужные, они интересные, они самостоятельные, они очень, светлые. То есть их по-другому не назовешь. В эффективной реабилитации детей помогает не только хорошее оборудование, но и новые методики адаптации. На очередном семинаре «Палитра слайдов» специалисты со всей области обмениваются опытом. Цель нашего сегодняшнего мероприятия, конечно, это обмен опытом, трансляция опыта по создание условий для успешной адаптации детей-инвалидов. Почему называется «Палитра слайдов»? У нас очень много видеоматериала отснятого, и мы хотим продемонстрировать коллегам не просто теоретический материал, но и практическую работу. Каждому ребенку необходим индивидуальный подход. В центре «Виктория» реабилитацию получают 246 детей из Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района в возрасте от года до 18 лет. Это работа с логопедом, психологом, комплекс лечебной физической культуры, оздоровительный массаж и многое другое. Мы тут каждый день почти очень довольны, да. Очень хорошие педагоги, воспитатели. И ребенок довольный. В реабилитационном центре строят планы на будущее. Заканчивается капитальный ремонт одного из корпусов учреждения. А это значит, что в скором времени получить необходимую помощь смогут дети со всего региона. Дмитрий Лобанов, Андрей Костомаха, Новости губернии, Тольятти.